Друзья, не забывайте, те, кто вводит тег автора до с 8 по 23 число, получат бесплатную обертку, розовая обертка с сердечком. Мой тег автора SPT-083, ребят, буду очень благодарен, если вы введете мой. Друзья, всем привет, меня зовут SPT, вы на канале Не Спит, сегодня у нас 10 февраля. Как всегда, в 3 часа ночи мы записываем магазин для моего YouTube-канала, для рубрики «Чё почём». Сегодня, по идее, всё должно поменяться, но вот это могут, конечно, оставить подольше, потому что уникальный сетик. Да. Бастион! Бастион, ты ли это? Ну вы серьезно? Это же Бастик из Overwatch. А это они, чтобы птичку не сажать, банан положили? Лол. Бастион, привет. Здравствуй. Блин, ну вообще прикольно, конечно, из мусора. Ржать. Посмотрите, рука левая какая, ребят. Посмотрите на левую руку. Ну это прям ржака. А, это рюкзачок такой? Слушайте, он из чего только не сделан. Это что у нас? Кондиционер, магнит, колесо, всякие банки, знак, ноги, кирпич, банка, трубы какие-то, бутылки, деревяшка. Просто напихали всю фигню. Но это же Бастик из Overwatch. Вот башка тостера, но вот прям четко Бастион. 1500, цена отличная. Цена отличная, но рюкзачок. Рюкзачок, конечно. Забавный рюкзачок. Мне кажется, вот этот рюкзачок вот абсолютно ему мешать не будет, потому что он просто весь из запчастей. О, туалетная бумага, лол. Молоток. Сейчас, что там еще у него? Банан сверху, блин. Брелок. А смотрите, на брелке с сердечком. Деваха. Да, деваха вон в кепке. Забавно. Это забавный скин. Полторашечка. Крышка называется. А, называется утиль. Лол. Просто утиль. И деваха. А, кстати, он с сета? Да, покорители свалок. Деваха из сета тоже. Из этого же сета покоритель свалок. Деваха стоит 1200. Цена поменьше. Но она явно попроще. Татуха. Татуха, как у Торбьорна Совера. И сзади рюкзачок в виде собачки. Тоже из мусора собраны. Но деваха средненькая. Кто любит вот такие скины реализм, пойдет. Прикольно у него этот. Кто любит такие скины, конечно, могут взять. Я думаю, вообще запросто. А, смотрите. А деваха на брелке. Это же она? Где брелочек? Да, это она, походу. Там какие? Светлые волосы и кепка. Ну, здесь не такие светлые волосы, конечно, но вполне вероятно, что это она. Что там у нее? На кепке у нее такая же собачка нарисована. Ну, деваху мне не очень нравится. Я такие скины не люблю. Она прям стандартная, стандартная. Вот мусор прикольный. Мусор забавный. Их кирок у них нету. У них нету кирок. У покорителя свалки. Ни дельтаплана, ни кирки. Это обидно. Вот это сейчас обидно было. Обидно. Я расстроен. Оставили сет, который уже какой-то получается. Третий день. Да? Да, третий день. Дельтапланы, две кирки за 1000 баксов. Кайфовый сет, мне очень нравится. Добавили герой асфальта в правую сторону. Без рюкзака 1500. Совсем не дешевое удовольствие. Set Drive. Я не замечал никогда, что у него куртка порвана. Только сейчас обратил внимание. Никогда не замечал. Ну, мне кажется, дороговато за этот скин полторашку. Прям дороговато. Но у него дельт прикольный. Который нас последний раз кинули, кстати, на этот дельт. Нам не закинули дельтаплан черный его. Стоп-топор. Они, может быть, вот это подразумевают, чтобы вот этот топор использовали под тот сет.
под вот этих ребят, типа вот этим знаком, ну, идея нормальная. Я бы под них вот только о нем и подумал. Звук. За 800. Я сейчас гляну, какую бы кирку я под них использовал, но вот, вот это вот, по-моему, оптимальный вариант, реально. Потому что мне кажется, у меня ничего. Ну, какой-нибудь, да, то, что с третьего сезона пойдет циркуль. Ну, вот такие какие-нибудь кирки пойдут, да, там лом пойдет. Что-то вот такого плана. Вот эта хрень пойдет нормально. Вот это пойдет. То есть что-то простое пойдет под них. Вот, вот это можно, я думаю, попрет тоже. Но такую мало я у кого вижу ее. Да, но пойдет, я думаю. Но знак, конечно, оптимальный вариант. И два танца у нас. Первый это поппинг. За 800. Я знаю, давайте по традиции пройдемся по скинам, которые вы просите, ребят. Это понятно, маршмелка стали просить после этого, потому что его куча людей купила. Я предполагаю, они просят маршмеллу чисто, чтобы увидеть, как он светится. Потому что другой причины именно на нем танцы я, честно говоря, не вижу. Ну, светится он, понятно, прикольно, то, что в цвет, но так он, не знаю, меня не забавляет особо. Рыба наша. Практически уже символ канала. Просто ноль эмоций. И давайте деваху какую-нибудь. Деваху. Давайте вот эту шароварах. Тоже у нее глаза вообще по стандарту большие очень. Но она тут такая сосредоточенная, что нормального размера. И бесконечный деп. Эту эмоцию мне дарили, когда подарки были. Это даренная эмоция. Спасибо, кстати, еще разок, кто дарил. И какого-нибудь стандартного. Где? Вот. Давно баскетболистов не было. Давненько. Так, магазин чекнули. Давайте новости глянем. Так, а вот, собственно, и новости. Починить или выкинуть. В магазине предметов появилась экипировка, ремонтницы и утиля. Ну, блин, не знаю. Я честно скажу, я думаю насчет пацана. Я завтра еще переварю этот вопрос. И, может быть, докуплю. Но девчонку точно нет. Еще раз, смотрите, ребят. Раздели любовь. Используйте код автора в магазине предметов, чтобы получить бесплатную обертку. Вчера у нас просто была обертка, сегодня ее нам уже рекламят на каре. Кто поддержал меня как автора, спасибо вам большое. Вы получите свою обертку, ребят, но после обновления 7.40. Вот, видите? Потому что мне уже многие в личку пишут и в комментариях почем, когда получат обертку. После обновления. Так что, ну, имейте в виду. После. Не сейчас, не сразу, не как только купили, там что-то вписали тег, не сразу, а вот после, все. Добавляйтесь, друзья, ребят, никнейм SPT083, при всех покупках тег мой, никнейм SPT083. Кастомки в субботу попробовали первый раз кастомки, все удачно прошло, так что теперь вместо ДМок будем каждый день играть. Кастомки, ну не каждый день, но частенько. Но в воскресенье будет во второй половине стрима, чуть-чуть поиграем. В понедельник с 9:30 вечера до 12:00 обязательно будем играть, ребят. Приходите все, подписывайтесь на канал, всех жду. Магазин сегодня, конечно, дорогой, вообще ничего нету, да? Нету ничего за 2000, но от 500. Меньше чем с 500 не залетайте вообще. Нету эмоций за 200, нету дешевых скинов, скины только 1200 и 2 по 1500. Ребят, обратите внимание, ни одного дельтаплана. Ну, я имею в виду, вот кроме этого, да, нету во вкладках ни одного дельтаплана. Просто ни одного. Хрен купишь. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. В воскресенье появится новость о розыгрыше, посвященная поддержке авторов. Тем, кто поддерживает меня как автора. Разыгрывать буду 14
тысяч с мелочью V-баксов, 7 призовых мест. Ну, короче, те же самые призы, как в прошлом месяце. Это ежемесячный розыгрыш. Я в том месяце поднял уже призовые. Пока что больше пока что не могу. Все, всем спасибо большое за просмотр. В конце аутро показать мне нечего. У меня ничего, кроме деба, отсюда нету. Его и так я вам показал. Всем спасибо. Всем пока.